С итоговым выпуском новостей на телеканале Хабар 24 Сергей Гергель. Здравствуйте. Президент Казахстана принял верительные грамоты у новых послов России, Узбекистана, Туркменистана и Италии. Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что деятельность глав диппредставительств придаст новый импульс развитию взаимовыгодных отношений. За церемонией следили наши корреспонденты. Недавно назначенных послов России, Узбекистана, Туркменистана и Италии в Аккорде встречает рота почетного караула. Затем и сам президент. Дипломаты вручили верительные грамоты. После чего Нурсултан Назарбаев отметил достижения во взаимоотношениях Казахстана с каждым из государств. Отношения Казахстана с Российской Федерацией являются эталоном межгосударственных связей, служат ярким примером стратегического партнерства и союзничества. Я высоко оцениваю добрые личные отношения президента России Владимира Владимировича Путина с Республикой Узбекистан. Нас связывают тесные многовековые узы дружбы, культурная общность и традиции. Огромный вклад в дело дальнейшего укрепления казахстанско-узбекских отношений вносит уважаемый президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев. Сегодня Казахстан и Туркменистан – это братские государства Центральной Азии, которых связывают добрососедские отношения. Государственный визит Гурбанкулы Бердымухамедова в Астану в апреле 2017 года, мой рабочий визит в Ашхабад в сентябре прошлого года открыли новый этап истории наших межгосударственных отношений по всем направлениям. Италия – один из основных стратегических партнеров Казахстана в Европейском Союзе. Италия входит в первую тройку торговых партнеров Казахстана и по этому показателю занимает первое место среди стран ЕС – около 10 миллиардов долларов товарооборота. Нурсултан Назарбаев отметил деятельность Казахстана в качестве непостоянного члена Совбеза ООН и инициативы страны по поддержанию глобальной безопасности, особо отметив роль астанинского процесса в урегулировании конфликта в Сирии. Президент заявил о значимости совместной работы международных и региональных организаций, а также остановился на результатах социально-экономического развития страны и ее инвестиционной привлекательности. Уже после встречи в мраморном зале каждый из послов рассказал журналистам о том, с чего планирует начать работу на столь ответственном посту. Повестка дня нашего сотрудничества неисчерпаема. Это и совместная защита наших рубежей от общих угроз безопасности, и развитие интеграции в рамках Евразэс, инициатором создания которой является Нурсултан Абишевич. И двустороннее сотрудничество в области экономики, торговли, инвестиций, научно-технического сотрудничества. В качестве посла мною будут приложены все усилия для дальнейшего углубления нашего двустороннего сотрудничества по всем направлениям. Это включает не только торгово-экономические вопросы, а также налаживание и укрепление связи на межпарламентском уровне, развитие регионального сотрудничества. В транспортных вопросах, по культурно-гуманитарной части. Как вы знаете, в этом году у нас намечено проведение более 200 мероприятий в рамках года Узбекистана в Казахстане. Туркменистан и Казахстан друг другу всегда поддерживают и поддержали. Особенно надо отметить международную инициативу президента Туркменистана по энергобезопасности, по устойчивому развитию транспортно-транзитных коридоров были поддержаны со стороны правительством Казахстана, и Туркменистан всегда вместе с Казахстаном выступает важные инициативы по устойчивому развитию селем в регионе и в мире. Поскольку Италия является членом Организации экономического сотрудничества, мы будем рады налаживать отношения с Казахстаном в области демократии, прав человека, обеспечения транспарентности. Что касается туризма, я хотел бы воспользоваться возможностью и пригласить казахстанцев посетить нашу страну. Со своей стороны, мы хотим обеспечить прямые рейсы между Казахстаном и Италией. Я думаю, что казахстанские власти в этом помогут. Во время церемонии Нурсултан Назарбаев отметил, внешняя политика в стране была и остается миролюбивой и основанной на принципах доверия, а также выразил уверенность в том, что работа послов выведет межгосударственные отношения на новый уровень. Вручение верительных грамот президенту означает официальное начало работы представителей иностранных государств в Казахстане. Иван Тулинов, Жандос Битабаров при поддержке телерадиокомплекса президента Республики Казахстан, Хабар 24, Астана.
О развитии казахстанского кино говорили сегодня в Акорде. Глава государства встретился с народным артистом Досханом Жолжаксыновым. Президент отметил, что он один из ярких представителей отечественной культуры. Долгие годы руководил театром для детей и юношества. Также Нурсултан Назарбаев подчеркнул значение кинематографа и его место в современной культуре. По словам президента, кино стало одним из основных способов выражения национального самосознания и культуры. В свою очередь, Досхан Жолжаксынов поблагодарил Нурсултана Назарбаева за внимание к казахстанскому кинематографу. Артист напомнил о полнометражных картинах, таких как «Кочевники», «Жао-Журек Мынбала», «Алмазный меч», «Биржан Сал» и «Кунанбай», в которых были показаны история и характер казахского народа. Вы являетесь одним из ярких представителей отечественной культуры, народным артистом Казахстана. Долгие годы были руководителем театра для детей и юношества. За годы своей работы вы внесли большой вклад в развитие культуры и духовной модернизации казахстанского общества. Кино уже стало одним из основных способов выражения национального самосознания и национальной культуры. Поэтому я пригласил вас, чтобы обсудить необходимые вопросы дальнейшего развития казахстанского кино. Благодаря вашей всесторонней поддержке современная киноиндустрия вышла на новый уровень своего развития. Несмотря на трудности, мы сняли «Кочевников» и показали всему миру историю нашего народа. Потом были «Жау-Жирек Мынбала» и «Алмазный меч», а также мои фильмы «Биржан Сал» и «Кунанбай» и многие другие картины. С фильмом «Кунанбай» мы посетили все области Казахстана. Посредством кино, но показывая исторические события и характер казахского народа, мы попытались донести до сознания людей основные идеи духовной модернизации. Поправки в республиканский бюджет на 2018-2020 годы для реализации 5 социальных инициатив президента сегодня принял в работу Мажилис. Речь идет о выделении примерно 25 миллиардов тенге на финансирование образовательных грантов, строительство общежитий и микрокредитование бизнеса. А главным вопросом пленарного заседания сегодня стал законопроект о валютном регулировании. Депутаты одобрили его в первом чтении. Теперь на законодательном уровне Национальному банку предоставляются беспрецедентные полномочия, прежде всего касающиеся усиления его надзорной функции. Помимо этого, предлагается обязывать иностранные компании, работающие в Казахстане, рассчитываться и проводить операции только в национальной валюте. Законопроект важен для граждан, бизнеса и особенно для тех, кто занимается экспортом и импортом продукции. Его обсуждение длилось несколько часов и вызвало множество споров, вопросов у депутатов. Выступая на открытии сессии парламента в сентябре 2017 года, глава государства отметил, что Национальный банк должен работать в превентивном режиме. Для этого данным законопроектом предусматриваются нормы по усилению надзорного мандата Национального банка, которая сегодня широко обсуждается и участниками финансового рынка, в том числе наделение Национального банка правом дачи мотивированного суждения, которое беспрецедентно, а я бы сказал безгранично, расширяет инструментарий надзорного воздействия Национального банка. Мы поддерживаем эти нормы. Вместе с тем, поясните, пожалуйста, теперь, когда вы будете обладать всем этим мощнейшим инструментом надзорного воздействия, обеспечите ли вы устойчивость финансового рынка страны? К сожалению, очевидно, что, конечно, кризисные явления на рынке, они возможны. Они будут зависеть не только от деятельности самих банков, это может быть зависеть от среды, это может зависеть от экономической ситуации в целом в экономике, но с точки зрения именно действий самого менеджмента, которые приводят к ухудшению ситуации в банке, я думаю, эти поправки минимизируют все эти риски. И сегодня же глава Нацбанка прокомментировал ситуацию с курсом тенге. Даниар Акишев отметил, что у тенге есть зависимость от рубля, потому что Россия один из основных торговых партнеров Казахстана, но привязки к нему нет. Курс национальной валюты, по словам главы финрегулятора, зависит от внешних и внутренних факторов. Макроэкономические показатели Казахстана являются стабильными, цена на нефть достигает 70 долларов за баррель, темпы экономического роста остаются высокими, ситуация в платежном балансе улучшается, а инфляция находится в пределах целевого коридора. При стабильности на мировых сырьевых рынках риски для экономики Казахстана оцениваются как несущественные. Тенге может также рефлектировать, то есть в ответ колебаться на эти изменения. То есть это может быть, но я отмечу, что это может быть движение как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления обменного курса. Поэтому я еще раз обращаюсь, и о чем много раз говорил, что вот в условиях такой нестабильной динамики по обменным курсам,
когда это вот так происходит, мы всегда предупреждаем и наших граждан, и наши компании о том, что сиюминутные решения, которые могут быть приняты сейчас вот на основании этих двух дней, в перспективе могут привести к убыткам этих компаний и предприятий. Ну вот оснований для серьезного ослабления тенге нет, отмечают и аналитики. Цена на нефть повышается, сохраняется устойчивая динамика роста экономики. Незначительная волатильность национальной валюты ожидается лишь из-за изменений курса рубля. Как мы знаем, вот за последние три дня, если брать сегодняшний день тоже, то тенге подешевел по отношению к доллару, ослабился на примерно 3,5%, а рубль почти на 10%. То есть эти движения не прямые в моменте. На Казахстан это сказывается опосредованно именно через участие, скажем, во-первых, участие крупных промышленных гигантов в проектах на территории Казахстана. Здесь, безусловно, необходимо уже заблаговременно просчитывать конкретные риски, но это в очень отдаленной перспективе. Объективные показатели устойчивости российской экономики в норме, и это обнадеживает экспертов. С другой стороны, они готовятся к возможным новым санкциям в отношении теперь уже российского госдолга. Дана Нуржан выясняла, что ждет российский рынок в ближайшей перспективе. Обвал на фондовом рынке и падение рубля в России объясняют панической распродажей и эмоциональными последствиями от санкций. Рубль продолжает реагировать на обострение внешнеполитического конфликта западных стран с Россией, на ситуацию вокруг Сирии, на новый пакет санкций США и угрозу их распространения на операции с российским госдолгом. Мы в связи с этими распродажами, в связи с новым пакетом санкций США, с озвученным законопроектом, не меняем свой базовый прогноз по валютной паре доллар-рубль. Мы по-прежнему ожидаем к концу 2018 года по паре доллар-рубль уровня 57,3, то есть не меняем его в сторону повышения. И считаем, что текущие распродажи – это краткосрочная паника. По ценным бумагам, не попавших под санкции компаний, аналитики пока прогнозируют быстрое восстановление. Не ухудшаются фундаментальные показатели, не ухудшаются макроэкономические показатели, допустим, инфляция в России, темп экономического роста, спрос населения и так далее. Нет причин для того, чтобы стоимость акций была в долгосрочной перспективе понижена. Я думаю, что просто они вернутся к своему долгосрочному растущему тренду. Тем не менее, эксперты подчеркивают, из-за нестабильной геополитической ситуации и возможных новых антироссийских мер прогнозы могут сильно измениться. Один из возможных сценариев, если страны еврозоны присоединятся к санкциям США, это также негативно отразится на российском долговом рынке и курсе рубля. На фоне резкого падения рубля после сильных ударов по рынку многие эксперты сходятся во мнении, что в краткосрочной перспективе валютные качели могут продолжиться. Дана Нуржан, Александр Любителев, Россия, Хабар 24. И к другим темам. Политика открытости и стратегии развития Китая не имеют никакого отношения к торговому конфликту с США. Об этом сообщил официальный представитель МИДа Гэн Шуан на специальном брифинге для прессы. После высказанных на Баосском саммите Си Цзиньпином намерением продолжать стратегию открытости и взаимоуважения к другим странам, Дональд Трамп в своем твиттере выразил довольство словами председателя КНР и надежду на совместное достижение результатов. Мировое сообщество восприняло это как шаг к примирению и урегулированию ситуации с пошлинами. Однако в МИДе сообщают, Китай и США еще не проводили никаких переговоров по торговому спору. Более того, Пекин считает такие переговоры невозможными при текущих обстоятельствах. По мнению же китайских экспертов, экономическая конфронтация между странами может открыть новые возможности для государств, экспортирующих свои товары в Поднебесную. В прошлом году объем импортируемых из Казахстана в Китай сельхозтоваров значительно вырос. Увеличилось количество пшеницы и растительного масла. Сейчас две страны работают над улучшением взаимоторговли. Безусловно, рынок Китая очень большой. Поэтому у нас всегда спрос на импортируемые потребительские товары. Торговый конфликт между США и Китаем открывает новые возможности для стран, экспортирующих свои товары. Самрук Казына презентовал в Китае возможности для инвестиций и сотрудничества. Мероприятие прошло в рамках реализации программы приватизации, предполагающей вывод 215 активов фонда в конкурентную среду. Потенциальным партнерам рассказали об инвестиционном климате в Казахстане, стратегии развития и программе приватизации. Отмечу, посредством IPO планируется приватизировать 7 из 9 крупнейших активов фонда. Их продажа будет осуществляться постепенно до 2020 года. На первом этапе будут реализованы доли в Казахтелекоме, Эйр Астане и Казатомпроме.
На втором – доли в Самрук-Энерго и Казмунайгазе, а в рамках третьей волны – Казпочта и Казахстан-Темиржолы. Еще два актива планируется продать стратегическому инвестору – это Таукен Самрук и Казак-Эйр. У некоторых портфельных компаний фонда уже имеются частные акционеры. Например, в Тулпар-Тальго налажено производство пассажирских вагонов в сотрудничестве с испанской компанией, а столичный локомотивный завод производит электровозы с использованием технологий французской компании «Альстом». Полученные от приватизации средства направят на развитие новых проектов и отраслей. Это, по мнению руководства фонда, позволит диверсифицировать экономику и уйти от ресурсной зависимости. Развитие фонда и его портфельных компаний проходит на фоне существенных положительных изменений в Казахстане. Правительство активно расширяет присутствие частного сектора в экономике, сокращает долю государства и добивается больших успехов в модернизации экономики. Я призываю наших китайских коллег активнее инвестировать в проекты Самрук-Казына в сфере нефти и газа, транспорта и логистики, горнорудном секторе и телекоммуникациях. Между тем, Самрук-Казына сокращает требования к участникам электронных закупок, а ряд потенциальных поставщиков освобождается от предварительного квалификационного отбора. 8500 видов товаров и услуг фонд закупит по новым условиям. Подробности у моей коллеги Гульнары Хасан. Упрощение процедуры предварительного квалификационного отбора защитит заказчика от неквалифицированных поставщиков, повысит качество закупаемых товаров, работы, услуг. А также эта мера повысит конкурентоспособность самих поставщиков, считает в фонде Самрук-Казына. ПКО, многие, кто прошел, уже понимают его необходимость и важность. Это дальнейшее совершенствование бизнеса, это дальнейшее вообще поднятие уровня. Это очень хорошая работа будет проведена, если потенциальным поставщиком он в последующем может сильно поработать внутри над качеством и сильно изменить. И это дает хорошие, в том числе, конкурентные преимущества. Предварительный квалификационный отбор. На сегодня прошли более 2500 компаний. Освобождены от этой процедуры субъекты бизнеса, поставляющие товары и услуги, до 4000 МРП. До 2018 года наши поставщики проходили оценку, но не видели свои результаты. То есть это для них являлось загадкой. Да? На сегодняшний день сделана поправка, согласно которой уже наши поставщики в информационной системе получают уведомления, где указан их уровень критичности. Процедура предварительного квалификационного отбора в скором времени станет неотъемлемой частью казахстанских бизнес-процессов. Его суть – беспристрастная оценка конкурентных преимуществ компании. Интерес бизнеса к предварительному квалификационному отбору растет. Если в 2016 году процедуру прошли всего 300 компаний, то в 2017 – 1200. А уже за первый квартал этого года – свыше 1000 поставщиков. Гульнара Хасан, Ганил Шинбаев, Хабар 24, Астана. В Азербайджане продолжаются президентские выборы. В республике действует больше 5500 избирательных участков и 41 за рубежом. По информации Центральной избирательной комиссии, на 15 часов по местному времени в республике проголосовали 3 227 000 человек, или 60%. Свои программы на выборах представили 8 кандидатов. Новый президент впервые будет избран на 7 лет. Такие изменения внесли в Конституцию на референдуме 2 года назад. Отмечу, нынешние выборы проводятся досрочно. За ходом голосования следят почти 900 международных наблюдателей, в том числе делегация из Казахстана. Для того, чтобы их оценивать, нужно дождаться их завершения, но можно говорить о том, что была проведена очень большая подготовительная работа по организации выборов, и мы это отмечаем как в ходе открытия избирательных участков, так и в процессе голосования. Надо отметить очень высокую активность избирателей, граждан Азербайджанской республики. Это видно даже по Баку. Я думаю, что в сельских районах, в сельской местности активность будет даже и повыше, так обычно и бывает. До 1 мая в Восточном Казахстане планируют полностью ликвидировать последствия паводков. Такое заявление сделали местные власти. В ближайшие 2 недели в 6 городах и 33 населенных пунктах завершится капитальный ремонт разрушенных большой водой дорог, мостов, а также домов пострадавших. На попавших в зону подтопления участках сейчас работают строительные бригады. Местным жителям продолжают доставлять всю необходимую гуманитарную помощь.
От третьей волны весенних паводков, разлива реки Бухтармы и подтопления склоновыми истоками начал оправляться Зыряновский район области. От райцентра и пригородных сел за минувшие сутки отведено больше 70 тысяч кубометров воды. Ее откачали из 414 затопленных по крышу домов местных жителей. Сегодня по городу Зыряновску полностью все дома от воды освобождены. Проведены мероприятия по пропуску воды, по откачке воды. Всего было задействовано более 48 единиц техники и 79 человек. Но здесь по-прежнему сосредоточена самая внушительная группировка спасателей. 150 представителей регионального ДЧС, включая подкрепления из Алматинской области. Все они помогают в восстановлении разрушенного жилья. Несмотря на то, что вода уже ушла, наши спасательные подразделения помогают гражданам. То есть перевозить там тяжелые вещи, к примеру, там в погребах ведут откачку воды. Причиненный паводками урон в регионе еще подсчитывают. В 12 подтопленных районах завершают работу специальные комиссии. Специалисты коммунальных служб и общественники проверяют прочность несущих конструкций жилых зданий, рассчитывают перечень необходимых для их ремонта стройматериалов. Данные по Усть-Каменогорску уже есть. В результате обследования было установлено на сегодня, что 72 жилых строения получили ущерб, повреждения в результате подтопления склоновыми водами. И в результате работы выявлены ряд домов, которые получили повреждения несущих конструкций. И часть уже из этих домов по итогам заключения признаны непригодными для проживания. Владельцам неподлежащих восстановлению домов выплатят финансовую компенсацию или приобретут равноценное по квадратуре и стоимости жилье. В других случаях местные власти обещают возместить часть ремонтных затрат. Посмотрели они у меня полы, они убедились в том, что действительно у меня вода была. Я довольна ими, потому что они обещали мне, что это сделают ремонт. Масштабы паводковых разрушений без учета ущерба, нанесенному Зыряновскому району и городу Семей, уже оценили в 3 миллиарда 200 миллионов тенге. 1,5 миллиарда тенге на восстановление жилья и объектов жизнеобеспечения будут выделены из регионального бюджета. Вторую половину суммы область рассчитывает получить из правительственного резерва. Финансовая заявка в Кабмин уже отправлена. Вячеслав Фетлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область, Хабар-24. Укреплять сотрудничество НПО и госорганов в решении проблем людей с ограниченными возможностями намерены в партии Нур Отан. Об этом первый заместитель председателя партии Маулен Ашимбаев сообщил в ходе визита в реабилитационные центры для особенных детей. По его словам, в республике проживают больше 600 тысяч людей с особыми потребностями, из них около 70 тысяч несовершеннолетние. Чтобы создать для них максимум условий, в партии планируют изменить действующий проект «Будущее без барьеров». Акцент будет сделан на развитии инклюзивного образования, устранении сложности при трудоустройстве людей с ограниченными возможностями, а также развитие городской инфраструктуры под их нужды. Сегодня в Казахстане есть большое количество неправительственных организаций, которые сами активно работают в этом направлении, которые привлекают какие-то средства, оказывают помощь детям, создают реабилитационный центр, как вот этот прекрасный центр. И я думаю, что действительно задача нашей партии – помогать такого рода неправительственным организациям, помогать в реализации их проектов, оказывать помощь в нахождении спонсоров, каких-то людей, которые хотели бы финансовую поддержку оказать. Развитость государства, как я отметил, измеряется прежде всего отношением к такого рода людям с ограниченными возможностями. Сегодня Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В Алматы осталось всего 50 живых свидетелей этого ужаса. По традиции, 11 апреля они встречаются у Вечного огня в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. В этом году Казахстанской ассоциации бывших узников фашизма 30 лет. О страшном стараются не вспоминать, хотя и забыть то, что эти люди пережили еще совсем детьми, невозможно. По их словам, вырвавшись из-за колючей проволоки тогда, более 70 лет назад, они получили второй шанс и потому постарались прожить жизнь достойно. В Казахстан приехал в 59 году. Здесь отработал 25 лет на швейной фабрике. Почетный ветеран труда. Все награды, все пятилетки, все мое. На пенсию пошла, хорошо заработала. Сейчас живу. Надо жить. Жить хочется. Детей воспитывать надо. Внуков. Сейчас у меня 8 правнуков. Мы понимаем, что поскольку лагеря были на территории всей Европы разбросаны,
то это очень важно и государствам Европы, и не только Европы, помнить и чтить. Но главное, чтобы не повторить этого, это главное. Вот. И как-то вот скрасить последние годы жизни этих людей заботой, вниманием, вниманием и моральным, и материальным, вот, помощью, наставничеством. Столичное управление образования выделит 77 миллионов тенге на ознакомление детей с историей родного края. Проект реализуется в рамках базового направления Олькетану программы «Рухани Жангыру» сразу по нескольким наукам – краеведение, туризм, культура и экология. Подробности в сюжете Азизы Макулбаевой. Узнать об истории родного края не по страницам учебников, а реально соприкоснувшись с ее наследием. Такова цель детско-юношеских центров туризма и краеведения. Один из 40 таких центров находится в Астане. Так как Олькетану – это познание родины, познание малой родины, познание всего Казахстана, изучение наследия, культуры, традиций. Запланировано очень много экспедиций по святым местам, по заповедным местам, походы, археологические экспедиции, а также посещение музеев, да, различных культурных памятников, истории, соответственно, вот Казахстана. Сегодня в каждой школе столицы есть отряды экологического, краеведческого и туристского направления. Они укомплектованы по 15 человек. В течение года школьники проводят исследования по выбранной теме, а потом отправляются в экспедиции. На этот год запланировано 19 мероприятий. Впрочем, получать новые знания по истории родного края и краеведению можно как на уроках по Олькетану, так и в школьных музеях. Так, в 37-й школе имени Сырбая Мауленова есть одноименный музей писателя. Просто читать неинтересно, а вот когда уже видишь его личные вещи, документы, уже становится более интереснее изучать, и даже не только именно Сырбая Мауленова, а и других, посещать уже музеи, уже в городе или в других школах. Проблема сейчас для педагогов как раз о чем говорит президент наш. Вот модернизация профессионального педагогического сознания, по-другому посмотреть на ребенка. Что в центре педагогического процесса сегодня компетентность и профессионализм педагогов. В чем он заключается? Не столько в знании технологий, а именно понять душу ребенка и узнать, что это за явление. Подрастающее поколение 21 века. Всего по итогам 2017 года в рамках базового направления Олькетану реализовано 11 республиканских проектов и более 300 проектов в регионах. И это только начало. В последующем планируется увеличить охват участников и разработать новые подходы для вовлечения подростков к изучению истории. Азиза Макулбаева, Гани Алшимбаев, Хабар 24, Астана. Это все, о чем мы вам хотели рассказать к данному часу.